Я не знаю, что говорить. Ты что до этого снимал? Алихан, привет! Какое сегодня число? Сегодня 27. 27 марта 2024 год. Сегодня, как я понял, у нас влог. Мы катаемся в квазе, благо тут большинство бэмеров, если посмотреть. Вон Рус делает трючок, уже снимать, я уже снял инстаклип. Ты будешь на нее раскачивать своими трюками? Да, сейчас покажу чуть-чуть. Пару трюков покажу каких-нибудь. Сегодня с нами Артем Паль, Рустам, фамилию не помню. А, Рустам Берекетов с нами сегодня. Берекет? Да, Арафат Ахметов, Малой, москвичи, дагестанские. Как вот, тебе москвичи, и... только честно? Честно. Давай вот сейчас вот наедине поговорим. На копченую. Вот где-то вот, все, отошли мы наедине. Не, короче, типа нормальные ребята, все круто, катаемся вместе. Вот, сейчас, до того, как ты не приехал, тут вообще мясорубка была страшная. Что за мясорубка? Вот. Расскажи. Очень интересно. Самокатеров было детей, родителей с колясками, там, с трехколесными самокатами. Это вообще жизнь, не просто вот так вдоль парка, поперек туда-сюда вообще. Я еще трюк снимаю, тут половина плаза немного так подразбита, скажем так, бетон отошел. Там где-то галька, где-то песок, короче, вот. Поэтому давайте уже покатаемся, Боря сейчас поснимает нас. Надеюсь, будет круто, вам все понравится, вы получите наслаждение от наших трюков. Так, давай, сразу пойдем. Давай в книжке дам вон эти вип. Вон эти вип, говоришь? Да, вон эти вип, книжки на фейке. Ну попробуй, может, первый зайдет. Да. Все же хорошо, но не с первача. Это называется, у меня кассета включилась. Что, у тебя какой фрикостер? Cinema. Кстати. FX2. Кстати, расскажи про свой байк, у тебя же вроде обновился он. Да, я что, обновил, за зиму обновил покрышки, заднее колесо, грипсы поставил, педали. В целом все типа по расходникам, потому что я катался в фанерном парке там типа. А что за фанерный парк? Говорят, закрыли его сегодня. Горилла Стрит Хаус. Хороший парк был на зиму. А что закрыли, кстати, его? Все, по контракту, ребята. А что за контракт? Я не знал об этом вообще. Арендный контракт. В смысле, типа, парк же чисто на зимовку. Такой временный вариант для пацанов. Получается, его вон там установят? Новый парк? Нет. Будет в другом месте немного, ребята. Об этом узнаете позже и не от меня. Ага. Вот. Поэтому я предлагаю сейчас с Рустамом поздороваться. Рус! Рус, иди сюда. Всем ассаламу алейкум, курминты достар. Меня зовут Рустам. Что там? Че, Рустам, покажешь мне трюки свои? Постараюсь. По возможности. Давай, короче, красивый трючок еще раз. Дам только... Давай в книжке Suicide. Дам. Только и... не умри, пожалуйста. Не, нормально. И потом вверх фибл на либар. Давай. Давай, машина полетел, делай. Это получается, Алихан хочет сделать еще раз, то, что я не снял. Но он на самом деле сделал. Я сделал, да, но что-нибудь другое сейчас. Ты, кажется, дышишь? Очень страшно. Ой, старичок упал. Не знаю, кстати. Дождя не будет, кстати. Ну, я надеюсь, потому что я вижу там что-то вот. Потому что не будет очень неприятно, что я в шортах сегодня. И в слепонах, да. Так, давай я сделаю фибл на лихар вверх. Потом повезет, если ноусбар дропчик. Давай. Алихан, я так посмотрел, ты со спины, капец машина. Ну так, поднабрал за зиму. У тебя зимовка была мощная, походу. 5-2 катался. 5-2? Да. Реально? Да. У тебя какой график работы был? 5-2 получается? График 2-5, а катка 5-2. Ну плюс учеба еще батон. Вот. Так, давай сделаю все-таки. Короче, это делал буквально недавно. Ну, сейчас просто осечка выше небольшая. Минут 20 назад там линия посложнее была, но вообще ноусбар типа недавно начал делать особо. Вот. Круто. Малой, поздоровайся. Всем привет. Как тебя зовут? Меня зовут Никита. Сколько ты катаешься? 1.5 года. Имя, фамилия, отчество. За что сидим? Бенга Михаил Петрович. Что, покажешь что-нибудь?
Ну на этом велике ничего не было. Надо свой взять. У нас сейчас стырил, да? Так, чё? Блин, если ты резать ничего не будешь, надо не затягивать тогда, что-нибудь поделать. Я угораю, резать буду. А, угораешь, да? Да. Давай на узбарчик еще раз. Давай. Ладно, это было очень хорошо. Было твердо. Красавчик. Я вижу, что ты прокачался, уже Nozman Nobar делаешь. Ну да, я давно мог, по идее. По историям твоим смотрю, каждый раз Nozman Nobar какой-то. Ну, в парке ограниченные ресурсы, поэтому что. У тебя ограниченные были попытки, да, постоянно? Не попытки, на трюки, типа, ну там, у меня уже просто бывал творческий кризис, там наступал какой-то из дней, типа, я не знаю, что делать, а кататься, типа, ну и надо вроде как, и хочется. И ты, типа, делаешь каждый день одно и то же, и это уже иногда надоедает, и кажется такой, типа, все. Угу. Но не настолько было все плохо, что я даже в снег не выкатил. Снег? Ну, я не выкатывал зимой вообще. Я выкатил один раз с Димой, было плюс 12. Вчера? На той неделе. Первый раз в субботу мы выкатили. С Димой, жалко, его сейчас здесь нету. Вот. Вчера, да, он был? Дима был вчера, но я с ним не встретился. Позавчера мы с Димой катались, стриту. А, нифига себе. Я третий день подряд стриту уже. Ну, типа на улице. Потому что парк закрыли, теперь нету логова твоего. Ну да, типа, у меня следующий бункер строится, пацаны, следующий год. Там. Бункер, да? Это бункер, да. Я там еды наберу, все там. Там DVD-шки, телевизор, PS-ка, кстати, еще была PS-ка. Вы наш парк видели, ребята? Это вообще, типа, это временный скейт-парк был, между прочим. Представьте, что будет в следующем году. А будет постоянный парк вообще? Да, будет. Я надеюсь, что будет, и, скорее всего, он точно будет постоянный. Это будет самый крутой скейт-парк в Казахстане, открытый. Слушай, я пока ты разговариваю, я смотрю, сзади там молния херачит. Слушай, да, я говорил же то, что... Ты на машине? Я пешком. На байке. Базар. Че, давай тогда этот, еще поснимаем пока трюков. Давай. Чтоб контента был. Давай хард ван эти дабл. Ой, дабл пле хард ван ти бар вверх, пока не будет. Давай. Или. Давай, да. Догнать бы его. Ну так катаемся, короче. Один ты делаешь, а второй руинят постоянно. Кау, выжил. Ай, хороший был. Здорово, тёлки. Чё вы как? Попробовал зазу? Соси член, сучка. Сём, как у тебя дела? Нормально. Как тебе эти мероприятия? Какие? Выездные. Нормально, работаем, балдеем. Говорят, ты этот восход фуд сделал. Конечно. У нас большой бренд. Как называется бренд? Животные. Не-не-не, вот так называется. Восход, брат, называется. Дай. А так все четко, если что, звонда, труп там полон, да. Номер тот же самый. Классно, классно. Так, нормально все, давай. Я это снял. Да? Да. Сейчас будет. Красавчик вообще. С первого часа сделал. С первого часа или с третьего? Пятый первого часа. Я не знаю, как мне ходов хватает. Я без ходов айсхар делаю, доезжаю, типа, без понятия. Ну, у тебя знаешь, тебе этот? У тебя электромоторчик есть? Не, у меня понял этот. Электромагнитный импульс, я его чувствую и могу отталкиваться от воздуха. Дим, спецевого у тебя с собой же? Так. Давай попробуем. Какой-нибудь. У меня понял, что когда согласен. У меня один глаз сзади звал. Так. Это уже получилось. Да. Давай сделаем что-нибудь. Кружок на балансе. Там люди. Хинг-5 мало кто делает. В КЗ. Давай хинг-5 там. На мэнл, на фибл, кап-бар. Кап-бар там, типа, что-то. Давай. На зумчике можешь. Да, Боря, вот. Почему
мы в Плазе снимаем? Скажи мне, мне надоели вот эти вот. Если было снимать сегодня, то тогда с Назаром мы приехали сюда 9 к 8. В 22-м году, помнишь? Ну, кстати, остались кадры оттуда. Да, мы, короче, с Назаром сыграли гейм в байк, который не вышел. Но мы приехали сюда летом. В жару. Да, в жару к 9 или к 8, потому что в 10 уже в Алма-Ате плюс 30. И мы сняли, типа, гоп, который по каким-то причинам не вышел, что ли, то ли он не нужен был, то ли мы просто прикол сняли. Но... А, мы же хотели сделать это, типа, сетку батлов. Ну, типа, это открывашка, короче, была, да. Вот, ну, короче, из-за того, что сетка батлов была, типа, они забодились, сказали, мы не будем это делать. Да. Короче, можешь не выкладывать. Ну, короче, да, типа, Game of Bay где-то есть, если вам интересно. Боря его достанет, закинет в шорты, наверное, не знаю, куда-нибудь. А там, знаешь, байк на 30 минут вышел? Ну, можно просто трюки закинуть, думаю. Ну, трюки, да. Типа, если вам интересно, там, можем сыграть еще раз. У Назара, правда, спина болит. А что у него? У него этот... У него спина, конечно, на работе надорвал, наверное. Да. Вот, а я сам, типа, у меня плечо, у самого спина еще, типа, только-только реабилитируюсь. Поэтому давайте я доберусь сейчас. Надеюсь, мне никто не помешает в этот раз. Я сделаю красиво. Давай. Саня, прости, пожалуйста, я зазнался. Всем мешаешь, короче. Да. Да я сделал, блин. Могло быть быстрее в разы. Но это было круто. Ставлю лайк. Я думал, как VIP, но опа, бар красивый, я думаю. Это я видел, как ты едешь, с того ракурса красиво. Да, по идее, близко. Да, да, у меня всегда он близко, но не могу его так захлопнуть. У тебя байк уезжает! Я ногу подвернул, пиздец. Нормально все? Нет. Где ты подвернул? Вот здесь, да, вот так. Аккуратно. О, жопа ДС сделал? А, жопа ДС, понял. Пиздец, я еле вышел. А жопа ДС это куда? Я вот так вот на штане стоял. Вот именно в таком положении выходил. Слушай, а жопа ДС это какую сторону? Это через жопу в рот, когда берешь. Вот так же. Минус-минус. Че там, кто там бэк-ту-бэк? Давай! Алихан должен был бэк-ту-бэк, что-то он не поехал за мной. Там малой, а. Малой, отходи, убери, убирай байк, убирай. Давай! Одним кадром все, ё-моё. Было. Давай, третий теперь. Давай, третий, Алихан, трёшечку. Давай, трёху вип сейчас делает, от души сделает. На все папки, Али. Ой, блядь, сам тай. Всем привет, давно не виделись. Меня зовут Арафат еще раз. И сейчас мы катаемся в Плазе. Там Алиханчик делает свой жесткий трюк. А что именно, сейчас вы скоро увидите. Под нами. Как у Майнески называется? Быдло. Балаган. Жесткий. Трюк сделал, устал, все, домой сейчас поеду. Ты хотя бы сделал. Я хотя бы сделал чего-то сегодня, блин. А чего добился ты?
А? Дома сидишь, вот телевизор смотришь. Иди работай, сука. Деньги зарабатывай, за квартиру иди. Делать иди картошку почисти, соседи угости. Не могу в поворот войти, блин. Скользко, пипец. Это твой самый неудачный поворот. Поворот не туда, давай еще раз. Не люблю незапланированные влоги, конечно. Судя как ты не любишь запланированные влоги? Незапланированные влоги я не люблю. В этом и суть влога, что ты не знаешь, когда он будет? Да ты даже не знал, что я купаю все. Я знал. Я твои сторис видел. Ну, конечно. А интуитивно. Столько людей сегодня было, я, по сути, даже не раскатывался. Я размялся чисто без велика. Начал кататься сразу, потому что я понял. Я не смогу просто понакатывать по своему любимому. Я люблю там даблпек бар, типа, такие вещи поделать сразу, типа там в Анете надо сделать что-нибудь такое. Yes. Вот. Я заметил, ты застенчивый очень человек. Я застенчивый. Ты в камеру не смотришь. Смотришь хоть куда, но не в камеру. Ну, что мне на вас смотреть? Я вас вижу, что ли? Вот. На пацанов лучше посмотреть. Давайте расскажите, что сегодня было. Алихан сделал очень мощную линию. Я сегодня вспомнил тоже Tailwhip. И вот. Из-за него все начали делать Tailwhip. А нет, из-за паля. Где папа? Из-за паля начали так все палец. Делать. Да, пойдем, пойдем. Артем Паль, что скажете свое оправдание? Что не оправдываться? На вас завели дело. Да. А мне. Дело на... Что, красный, что ли? Короче, на тебя завели дело, то, что ты очень сексуальный. Спасибо. Вы приговариваетесь к успехам. Я приговариваюсь к сексу жесткому, да. Постельному режиму на двое суток. Постельному режиму. Я согласен. С блондиночкой. Согласен. Наручники одевай. Где блондинкина? Две королевские ты имеешь? Да, королевские как минимум. Кстати, кто не знал, у Алихана есть свой боди-массаж. Ты, кстати, когда бабки вернут, ты снова на королевский пойдешь? Конечно. Называется Жона Куат Алихан Боди. Жона Куат? Жона Куат Алихан Боди Сэшн. Уят Емес называется. Но новая школа, New School, Жона Куат, типа. Жона... Не, как это? Жона Мектип. Короче, у нас свет есть, настроение есть, вроде все раскатались, но Алиханчик только раскатывается. Опять. Сейчас... Чуть-чуть раскатаемся, чуть покатаемся. Потом уже можно будет снимать нормальные трюки. Let's go. Вот трудяга, ребята. Вот трудяга. Труд. Давай, во благо человечества. Ё-моё. Как он натирает, ребята? Заказывайте. Любой каприз за ваши деньги. Как он натирает? Умоляю. Умоляю. Сторону брать, пожалуйста. Натру любое и не любое. За любые. Натяну любую и не любую. Ну, я имею в виду грань. Короче. Есть у Алихана такая штука, когда он делает трюк. Когда он делает трюк, вот с виду для нас, это вообще прям, ну, он классно сделал трюк. А для него это... Мне не нравится, как я вышел. Я не вышел. Там скорости мало, называется алиханизм. Чё? Да? Про ту болезнь, алиханизм. Это не болезнь, это прокачка, ребят. Есть гаротизм, а есть алиханизм. Они плюс-минус где-то в параллельных вселенных соприкасаются. Ну все, катаемся с алиханизмом. Хроники алиханизма в деле. Такое дерьмо должно залетать вот так по сыну. Москва!
как я выжил. Как она тебя подставила? Да я не докрутился просто. Но она тебя подставила, понял? Другую речь, брат. Да подставила она тебя. С айспиком тебе проще просто, ребята. Как ты ее ушатал просто в моменте? Да блин, с айспика попроще что-то было. Другу больше взять. Со смета, блин, прыгать еще. На смет прыгать столько сил за этим отнимает. Думаешь? Да, знаю. Вот. Так, давай еще такое. Либо приколюху, либо... Короче, его ошибка. Он ловит вроде нормально в переднюю ногу. Но задняя у него вот так вот просто кайфует там, чай пьет где-то. Она должна обходить за столом, то есть за сидушкой. И приземляться прямо на стульчик, то есть в педаль. Вот она и все. Вот. Хочу, короче, сейчас сделать по тумбочке. Той же самой Vanity Double и просто топ-комбат. Погнали. Короче, хочу немного хэнк-файв потренить. Начну вот отсюда, в круг полный, через пол, вокруг него точнее, и сойду вон туда, в неровный бетон. Ты это с первого часа делаешь? Да, я надеюсь. Я год назад делал, но помучиться пришлось, потому что пол немного такой, типа, он неровный. Он то ли вот такой, то ли, короче, разберемся. С первого чая, кстати. Типа да, с первого чая проехал, но ходов было настолько мало, что цепанул, блин. Хотя бы ноги не слетели. На этом спасибо. Так, ребята, влог заканчивается уже. Подходит к своему логическому концу, скажем так. Мы все сегодня покатались, поболтали. Вы увидели, как мы, в принципе, проводим наши катабельные дни. То есть просто так на расслабоне, на чили, что-нибудь поснимаем, что-нибудь нет. Особенно если парк пустой, то вообще кайф, можно не напрягаться. Никто не мешает тебе, можно сразу брюк снимать. Вот, а так в целом вы увидели почти всех, ну, часть ребят, с которыми мы все вместе катаемся, дружной компанией. Жалко, не все сегодня смогли выбраться, так как праздники закончились. Всех, кстати, с прошедшим наурызом. Давайте, обнял, приподнял, люблю вас. Это очень мило. Да. Короче, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы типа вот Алихан с Димоном... Да. Все собрались и Дим... сняли нифиговый видос. Да, Димы сегодня не было на учебе, у меня вообще с 8 до 5 учебу, по-моему. Отстой. Вот, да, так что если ваши, у вас есть какие-либо идеи, предложения, пишите в комментарии. Может, обучалки какие-то хотите, такие чисто нестандартные, во влогах прям обучалки, ребята. Вот, и я думаю, то, что в скором времени мы сможем делать то, что вам будет интересно. Ты такой красивый. Ну, свет красивый. Короче, ладно. Еще я Асхат красивый умею. Короче, закрывай камеру. Ну все, давайте, ребят.